Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас на английском уровне, к сожалению, один день я пропустил. Но сейчас попробую набить хотя бы, там, не знаю, 1 500 000 и попасть там, ну, в топ. Это рандомно все, но хотя бы улучшить свой предыдущий результат. Так. Давайте сейчас откроем, как обычно, плюшечки. Новые сундучки. Вот такие вот плюшки отсюда падают. Из фортов. Ну, такое себе форты, как обычно. Вот, конечно, плохо то, что вот эта функция сразу перекидывает в начало инвентаря. Так. Ну, вот так вот. По 105 коробок и 90 этих. 8 штук получается. Раз, три по 30. И эти все по одному. Ну, неплохо. Так. Плюс лям 200 кагашек. И значки почета. Так, отлично. Ну что, поехали. У меня уже силушка, как видите, подросла немножко. Качаю по чуть-чуть просветы. Такс. Кто у нас тут есть? Бигфут. Тыква, стрелок, ворожей, Афина, Анубис. Как видите, у меня забора нет. Башен тоже нет, таблетки не вкачанные. Очень много, кстати, от таблеток зависит. Такс. Ну, Анубиса, думаю, оставим. Сейчас поставим ему воодушевление. Так, 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 вот он. Так, Анубис у нас собран. Дальше у нас ворожей поставим. Оживу. И Рудольфика. Бигфут. Аналогично оживо. Так, пусть будет он. Афинка оживо. Так, а тут кого поставить? Ну, давайте ангела поставим. Так, кто у нас еще? Вместо стрелка, наверное, сейчас поставим Некроса. Вот такого вот нового нашего. Выберем Некроса, не крыла. Тоже со живой. Так, слона. Так, смотрим еще разок. Бигфут собран, тыковку надо собрать. Вместо стрелка ставим огнекрыло. Есть. Жея, Финка. Анубис. В принципе, такой вариант, наверное, получше будет. Да, ставим такой вариант. Плюс Афинка будет его дозаряжать. Так, биг. Ну, тыковку ставим оживу.
С исцелением получше, потому что она будет больше от хила иметь, чем с одушевлением. Так. Ставим тоже оживу. Так, и ставим на отхил. Вот так вот. Ну, вроде как бы все. Поехали. Посмотрим, что мы сможем набить таким составом сегодня. Можно было, конечно, для Анубиса-хранителя еще дополнительно поставить. Так, все, у меня не осталось ничего. А почему я поставил воодушевление Анубу? Потому что Афинка, ну, в принципе, она должна заряжать вовремя, но иногда бывает, что не хватает энергии. А так получается, у нас он два раза будет бить. Ну, успевать в смысле. Так, отлично, 15-я волна. Видели, да, как огнекрыл слился? Ну, кстати, надо будет потестить новыми рунками, убрать отсюда ворожая, попробовать. Хотя без ворожая будет плохо все, конечно. Так, 21-я волна, ребят, смотрим. Вот тут самое проблемное. Это ведьма. Вот видите то, о чем я сказал. 509 миллионов. Первый наш результатик. Ну, поехали. Поехали, еще раз попробуем. Нужно все-таки качать таблетки до 25-го, потому что без таблеток, как видите, герои слабенькие. Ну и, конечно, они не 12-е еще все. Надо будет судьбу докачать. Я на китайке без расстановки проходил. Это все, в принципе, неплохо. Единственное, это 21-я, это ведьма. Так, душики. Отлично. 15-я волна. Ну, в принципе, тут можно даже без забора бегать. Я уже это не раз показывал. Ой, кто там у нас? Кто-то слился, что ли? Или это мне показалось? Так, 19-я. Да, по-моему, кто-то у нас ушатался. Или нет? Или это так кажется? Тыковки нет, да? Тыкву убили. Ну, вот смотрите, тыкву убили, в принципе. Но мы все равно... 24-я. Ворожей есть, в принципе, Анубис есть, тащить должны. 25-я. Ну, 631 миллион, то есть стандарт, даже таким составом мы, в принципе, смогли это сделать. Правда, тут 805-е место, 697, но видите, это все рандомно, то есть надо будет ставить рунки на дополнительный урон, и чтобы демоны вышли возле заборчика, то есть ставить угловую расстановку, пробовать. Ну, если будет время, в принципе, попробую это сделать в следующий раз. Ну, тут можно не жалеть 400 кг, это на китайке не хватает. Тут не хватает немножко еще значков почета. О, супер 5. Так,
принципе, вот такие вот, вот такая вот угольная армия была. То есть я прошел 25 волн, не напрягаясь, скажем. Тут нечего напрягаться с такими героями, честно говоря. Они прокачаны на десятки, там можно и 12-ки качать, как бы. Дальшего развития пока нет. Возможно, скоро откроют, я надеюсь, откроют дальше волны, потому что интересная локация, но, как и везде, у нас есть ограничения, которые нам очень мешают. Так, что у меня там по акциям сегодня? Сундучок есть. Ничего такого интересного, в принципе, нет. Давайте пооткрываем акции. Так, это не наше. Это алхимик неинтересно. Бинго, бласт. Ну, тоже неинтересно. В общем, ничего интересного нет. На покупку. Вообще ничего такого толкового сегодня, к сожалению, нет. А рынок тоже пока не меняется. Новые рунки продают. На Китае, кстати, блин, больше, чем здесь продают и дешевле. Ну, как-то так. На каждом сервере все по-своему. Ладно. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, как обычно. Всем удачи, всем пока.